Давайте помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровище благих, и жизнеподателю принеси весевны, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я прошу минут пять сейчас пока подождать. Сейчас у меня ребенок просто тут рядом бегает, чтобы не мешался, я его отведу, чтобы присмотрели за ним. Пять минут это много, давай я тогда начну, потом маякнешь, когда подойдешь. Договорились? Конечно. Рассердись. Итак, мы продолжаем сегодня 22 февраля 2019 года, мы продолжаем исследовать пособие по изучению Евангелия от Марка и разбираем искушение Христа. И вот нам предлагается разобрать пятую главу «Великий инквизитор» Федора Михайловича Достоевского. И на прошлом занятии вот брат начал читать и не закончили мы. Я вот продолжу, с вашего позволения. «Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Уже 8 веков, ровно 8 веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы взяли от него Рим, и меч Кесаря объявили лишь себя царями земными, царями едиными. Хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, еще много выстрадает земля, что мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем, ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле. То есть перед кем преклониться, кому вручить совесть и таким образом соединиться, наконец, с... Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Так, секунду, кто-то тут появился. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную. Но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению.
приняв мир и Парфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их? Мы взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. Имеется в виду, отвергли Христа и пошли за Антихриста. От себя добавляю. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Не знаю, что это слово означает, кто знает, можете сказать. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрыжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано «Тайна». Но тогда лишь, и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Это каннибализм. Антропофагия, каннибализм. То есть, когда человек ест другого человека. То есть, когда эту Вавилонскую башню без священства вот этого римского начнут люди строить, ну вот он говорит, что они кончатся тем, что будут есть сами себя. То есть им нужен руководитель такой вот, антихрист, и они вот этого, власть антихриста, и они уже 8 веков как готовят приходу эту власть. И вот он как бы со Христом вот разговаривает. Кто он? Инквизитор великий, ты гордишься, то есть он ко Христу обращается, ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще, сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали, наконец, ожидая тебя, и понесли, еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что она на тебя, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместно. О! Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободные умы, наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам. Спасите нас от себя самих. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать. Безо всякого чуда увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших. Ибо слишком будут помнить, что прежде нас самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни. А когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы.
Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. И пока люди не поймут всего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздобрил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье. Счастье слабосильных существ. Раздробил, да, благодарю. Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Я оговорился, простите. Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз и навсегда. То есть евреи были рассеяны после того, как распяли Христа. И вот оно вновь перед приходом Антихриста соберется, это стадо еврейское, раз и навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О! Мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Простите, братья, давайте. Может кто-нибудь нажать, начать запись? То у меня сейчас зарядка кончится, и я не смогу даже присутствовать. Борис, вы с нами, ведете запись? Борис с нами, он обычно ведет запись. Я просто у него, он тоже... Иногда там что-то бывает, случается, мало ли. Тут ничего не стоит, просто нажать вот эту кнопку, начать запись, и все. Особенно если кто-то со смартфона, то тогда еще проще. Там крестик посередине, и дальше начать запись. Я вот не знаю, как на компьютере, потому что я с компьютера, вот, все, спасибо Христос, Игорь. Селенко начинает запись, хорошо. Они станут робки и начнут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут удивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Опять я говорил, Лен, благодарю тебя. Еще раз. Они станут робки, станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего. Умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором и невинными плясками. О, мы разрешим им и грех. Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить.
мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить, потому что их любим. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетели, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию. Они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, все понесут они нам, и мы все разрешим. И они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и 100 тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесную и вечную. Ибо если бы было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере, держащая в руках своих тайну, что сбунтуются вновь малосильные, что разорвут Порфиру и обнажат ее гадкое тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, и я питался акридами и коренями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей, и я готовился стать число избранников твоих, число могучих и сильных, жаждой восполнить число. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горящий угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением. Когда же кончил, то вдруг улыбнулся. Алеша, все слушавший его молча, наконец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но, видимо, себя сдерживая, вдруг заговорил, точно сорвался с места. «Но это нелепость!» — кричал он краснея. «Поэма твоя есть
хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать? То ли понятие в православии? Это Рим. Да и Рим не весь, это неправда, это худшие из католичества инквизиторы и иезуиты. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие-то грехи людей, взятые на себя. Какие-то носители тайны, взявшие на себя. Какое-то проклятие за счастье людей. Когда они виданы? Мы знаем, иезуитов про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то. Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства с императором, римским первосвященником во главе. Вот их идеал. Но безо всяких тайн и возвышенной грусти. Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения, вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками. Вот и все у них. Они в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор – одна фантазия. Да стой, смеялся Иван. Как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты? Пусть, конечно, фантазия. Но позволь, однако, неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ? Уж не отец ли Паисий так тебя учит? Нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего, но, конечно, не то, совсем не то, спохватился вдруг Алеша. Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое, совсем не то. Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечества? Видишь, предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих, одних только материальных и грязных благ. Хоть один только такой, как мой старик-инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ Божьих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своей свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул к умным людям. Неужели этого не могло случиться? Кому примкнул? К каким умным людям? Почти в азарте воскликнул Алеша. Никакого у них нет такого ума, никаких таких тайн и секретов. Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет. Хотя бы и так. Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом весь секрет. Но разве это не страдание хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков,
недоделанные пробные существа, созданные в насмешку. И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман, и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, кто в идеал, которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь. Разве это не несчастье? Если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, жаждущей власти для одних только грязных благ, то неужели же недовольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того, довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлось, наконец, настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями, иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случились и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик столь упорно и столь по-своему любящий человечество существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей и с тем, чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь. Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом. Ты, может быть, сам масон, вырвалось вдруг у Алёши. Ты не веришь в Бога, прибавил он, но уже с чрезвычайной скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. Чем же кончается твоя поэма? Спросил он вдруг, смотря в землю. Или уж она кончена? Я хотел ее кончить так. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 90-летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более! Не приходи вовсе! Никогда! Никогда!» Кает его на темные стогна
рада. Пленник ходит. А старик? Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. И ты вместе с ним, и ты, горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся. Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. Чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать сомне людей, поправляющих его подвиг? О, Господи, какое мне дело, я ведь тебе сказал, мне бы только до 30 лет дотянуть, а там кубок оппо. А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина, как же жить-то будешь? Чем ты любить-то их будешь? Горестно восклицал Алеша. С таким адом в груди и в голове разве это возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть. Убьешь себя сам. Держишь. Есть такая сила, что все выдержит. С холодную пешкою проговорил. Какая сила? Карамазовская сила низости карамазовской. Это потонуть в разврате, раздавить душу в растлении. Да, да, пожалуй, и это только до 30 лет, может быть, и избегну. А там, как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями. Опять-таки по-карамазовски. Задавить, а не раздавить, да. Задавить душу. А пожалуй, это только до 30 лет, может быть, и избегну. А там, чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями. Опять-таки по-карамазовски. Это чтобы все позволено. Все позволено, так ли? Так ли? Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел. А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов, и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий. Криво усмехнулся он. Да, пожалуй, все позволено, если уж слово произнесено, не отрекаясь. Да и редакция Митенькина не дурна. Алеша молча глядел на него. Я, брат, уезжая, думал, что именно на всем свете хоть тебя, с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван. А теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы все позволено, я не отрекусь. Ну и что же, за это ты от меня отречешься? Да, да. Алеша встал, подошел к нему и молча, тихо поцеловал его губы. «Литературное воровство!» — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг. «Это ты украл из моей поэмы!» «Спасибо, однако! Вставай, Алеша, идем, пора и мне, и тебе!» Они вышли, но остановились у крыльца трактира. «Вот что, Алеша!» — проговорил Иван твердым голосом. Если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе, если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево. И довольно, слышишь, довольно. То есть, если я бы завтра и не уехал, кажется, уеду, наверное,
и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, прибавил он вдруг раздражительно. Все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам. Когда к 30 годам я захочу бросить кубок об пол, то где бы ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою, хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду, очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени. Каков-то ты тогда будешь. Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы, может быть, лет на 7, на 10 прощаемся. Ну иди теперь к твоему Патер Старофикс. Ведь он умирает. Умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания. Целуй меня еще раз вот так и ступай. Иван вдруг повернулся и пошел своей дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странно это замечание промелькнуло, как стрелка в печальном уме Алёши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь, и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде, но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно, что то что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. Патер Серафикус, это имя он откуда-то взял. Откуда? Промелькнуло у Алеши. Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу? Вот и скит, Господи, да, да, это он, это Патер Серафикус, он спасет меня от него навеки. Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг после того, как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь. Ну вот и с Божьей помощью прочитали мы эту главу Федора Михайловича Достоевского из книги «Братья Карамазовы». Ну и у кого есть какие-то рассуждения, мысли, пожалуйста, давайте порассуждаем. Пожалуйста. Мир вам, братья. Это Роман Фроликов. Вот, конечно, меня удивили слова
А вот верующего брата, забыл, как его зовут, вот, который говорил Ивану, получается, как, да? То есть вот этот монолог, это Ивана, я вот потерялся немножко. То есть длинный монолог, который... Или кого? Или там Дмитрий еще, да? Надо было читать этот рассказ. Было же ссылочка, Игнатий Тихонович давал. Это Иван рассказ такой написал. Что-то... Рахиль, плохо тебя слышно, громче. Да, вообще как будто... В общем, тот, который верующий в ряд, говорит почему-то, что тот, который говорит за Антихриста, слова Антихриста, ну и его помощников, получается, что он неверующий. А он на самом деле, получается, по всем словам верующий, он признает Иисуса Христа, но он сопротивляется ему, противничает ему, как бы, ну, пытается против действовать. Как бы. Самое интересное, понимая прекрасно, что все равно он одержит над ним победу. То, что он Бог, он-то знает, что он Бог. И он верует на самом-то деле. Просто он сопротивляется. Как он служит просто вот этому противнику, то есть дьяволу, сатане. Написано в Писании, и бесы веруют. И трепещут. Да. И веровать не надо. Они сами бесы, они видели там. Я говорю про Антихриста, про человека. Это же от имени человека говорится, Антихриста. То есть он на самом деле верующий. Он верит, он знает, ну как бы верит. То есть он от бесов это все знает, что Бог Иисус Христос, он все равно их победит всех. И несмотря на это, все равно вот он тоже как вот делал, он это все делает. Как бы... Ну, людям плохо делает, получается. Обманывает людей. Он сам прекрасно все понимает, что он обманывает. Все равно обманывает. Лжет. Это не Антихрист. Это человек, который выбирает Антихриста, а не Христа. Ну, это тоже самый Антихрист. И который выбирает, он тоже, можно его также назвать Антихристом. Одинаково. В Писании сказано, и появилось уже много антихристов. То есть, но антихрист, который в последние времена идет, это вот отдельная личность. А люди, которые готовят его приход, их тоже можно назвать антихристами, ну или слуги дьявола. Но это все одно и то же. Просто при антихристе это будет уже как бы люди потеряют благодать, рассуждать и все. Только в этом разница. Там, они еще... там, подожди секунду. Там, вот брат заметил, там все намного глубже, и поэтому нужно... Ну что именно глубже? Глубже можно сказать про все, что угодно. Надо же как аргументировать, что там именно глубже, что не глубже. Вот получается, что все одно и то же. Так же антихрист, так же. Почему при нем их же и скажут? Мир и безопасность. То есть вот это об этом говорится, что... Все будут довольны, радостны. А те, которые недовольны, их всех уничтожат, убьют, как написано, что праведников там убьют, да? Вот. И пророков там двоих убьют. Вот. И все. И мир и безопасность больше нет. Тех, которые будут мешать, обличать в грехах. Все, грешите, пожалуйста. Вот это все то же самое. Ну, вот Алексей написал, там глубже все намного. Что, Алексей, вот именно. Именно глубже, да, вот Рома спрашивает, что глубже? Ну вот Роме кажется, все так просто, они выберут мир и безопасность, временное наслаждение, греховное, зная, что это греховное, все это временное, не веря в будущее воздаяние. И... Что глубже? Если микрофона нет, да, то плохо, конечно, печатать долго. А тут еще просматривается прообраз протоколов сионских мудрецов. Мне так видится. Конечно. Это все связано. А можно я скажу? Да, всем можно.
Вот мне то, что мне запало, как бы, вот я читала тоже, читала, и то, что мне запало. Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, и нет ничего мучительнее. Ну вот, вот это, мне кажется, сбивается и сейчас. И потом вот он говорил, этот великий инквизитор, вот он говорил Христу, да, «Ты возжелал свободной любви человека». Чтобы свободно пошел он за тобой. Ты не можешь ничего сказать больше, да, чем уже сказал. А я, а как бы вот дьявол, он действует принуждением. Он как бы под прикрытием свободы, да, будет принуждать, как бы можно сказать, делать грех. И он говорит дальше. Но владевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. То есть вот люди, которые, допустим, отпали от Бога, вот иногда вот говоришь, говоришь им, вот надо, они успокаивают свою совесть. Они говорят, нет, это тоже истина, это тоже правильно, там какое-то ложное учение, допустим, да? И людей, почему? Почему так сложно таких людей привлечь? Потому что, наверное, вот... Он как бы берет и успокаивает как бы совесть ихнюю. Как-то так. Не знаю. Может, запутанно я сказала, извините. Все правильно, только вы сказали, что сами успокаивают свою совесть, и кто-то их успокаивает. Вот здесь человек, вот этот инквизитор, он берет на себя миссию по успокаиванию людей совести, что грех вы делаете, не мучьте себя, не укоряйте себя, мы вам разрешили, мы за это ответим. Это вот мне представляется в этом, ну тогда это были... писалось, как бы, Иван, который писал, представлял себе римских священников. Вот. А я сегодня представляю себе наших батюшек православных. Сегодня это называется экономия. Достоевский. Мы разрешим ваш грех. Батюшка сказал. А он сказал вопреки Слову Божию. Он либо неверующий, либо туда в Библию-то не заглядывал никогда. Вот в чем беда. Благословил. Благословил. Благословил грех, батюшка, понимаешь? Вот в чем беда. Да, но они не говорят грех, просто благословил вот это делать. Как когда Тихий говорит, не говорят своровать, а взять. Благословил взять. Ну да, вор никогда не скажет, я украл. Я взял, да. Да. И вот это вот ересь, заблуждение, то есть сатана, вот он так вот начинает человека обольщать, что это то, что тебя совесть мучает, ничего страшного. Это, ну, мы за это ответим. Ты давай, ты же нам исповедал эти грехи, тайны нам сердца своего раскрыл, и все нормально. Главное... Чаще исповедоваться, чаще причащаться, сдал грехи и пошел дальше во грехе жить. Вот мне в чем как бы. А тут еще инквизитор говорит, что есть три силы. Единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Это силы чудо, тайна и авторитет. Но ты, то есть Христос, отверг и то, и другое, и третье. И сам подал пример тому. Да. Вот. Потому что Господь наш Иисус Христос, позвольте заметить, Он знал, что есть еще Он сам, Он через Него, Он может сделать человека счастливым. Вот. Только благодаря Ему человек может понимать, что вот он за Него умирает. Действительно. То есть это не ложно. А вот то, что он говорит, инквизитор, то есть это антихрист, эти, большинство, да, вот римских пап и там прислужников, что якобы они умрут за людей, но это же ложь. Потому что они должны, как Игнатий Тихонович говорит, и вот должны ему говорить, каждый за свой грех умрет, за другого уже не сможет умереть. И только безгрешный, как Бог Иисус Христос, хвала ему, может умереть за меня, за вас, за всех людей умирает. Но воскресает и нас воскресит в последний день. И вот интересно, что Достоевского
очень любят и как бы на него, ну, как бы указывают, вот, когда про Россию говорят иностранцы. Ну, то есть масоны, я так думаю, потому что по телевизору это я слышал часто очень. И вот в 90-е годы, когда еще интернета не было. Когда говорят там «Россия», они, «О, Достоевский!» Сразу вспоминают Достоевского. И вот только сейчас на меня начинает доходить, почему они так любят Достоевского. Самое интересное, что Достоевский как бы напрямую не говорит о благовестии. Что он говорит, да, что ты хочешь, хотел написать про Иисуса Христа, что прославлять его. А в чем прославлять? Это он не говорит тоже. Он как бы написал прославление инквизитора, но оно ложное, и его послушников. А вот Иисуса Христа вот так явно, как вот я сейчас сказал, что вот он за нас умер, только единственный он, вот это вот нету у него в книгах, к сожалению. Ну вот ты, Рома, спрашивал Алексея, который написал, он, к сожалению, может быть, не может говорить, пишет, я сейчас переведу, что он сказал. Он говорит, там все глубже намного. Вот, и он пишет, что же глубже. Ты вообще читал, Рома, эту дальше-то повесть-то, нет? Нет, не помню. Может, ты читал, но не помню уже. Плохо, когда не знал, да еще и забыл. Меня папа какой тогда когда-то меня подкалывал, когда я лукавил. Вот. Дальше вот он, Алексей, пишет. Иван же далее с ума сходит. К нему черт приходит, он не выдерживает этого. Все дозволено. Он сам оказывается этим слабосильным, который не может без тайны и авторитета. Он о душе говорит, Роман. Да, я об этом же и говорю. Вот, то есть он вот этот Иван называет слабосильными. Вот, кстати, вот я не совсем тоже уловил. Кто слабосильные здесь в интернете? Ну, это все люди. Кто не знает вот этого, вот то, что он говорит, инквизитор, то есть инквизитор выступает как бы вроде ли вот этого, кому должны, кого должны слушаться. То есть, вот. И то кто скажет, что... Это те люди, которые поклонились антихристу. Не совсем, нет, это, ну да, это... Или это, он называет христиан, которые не покорились слабосильными. Нет, это, получается, все люди, кроме... Тех, которые скажут, что они понесут ответственность, возьмут ответственность на себя. Знаете, каждый же не говорит, что я возьму ответственность за тебя или за другого. А вот они скажут, и вот под эту вот марку ложную, что якобы они возьмут, они вот скажут, грешите, пожалуйста, или там, вот, ну, будьте нам послушны. Вот так, там в других делах каких-то. Ну, в первую очередь, конечно, дело какое будет? Это отречение от Иисуса Христа. Сказать, что я не христианин, я не признаю, вот, что Иисус Христос за меня умер, потому что они за меня умерли, вот эти вот инквизиторы, вот эти, кто ему служит, инквизитор, ну, то есть высшие вот эти начальники, которые возьмут на себя ответственность, якобы возьмут на себя ответственность. А почему они... эта глава так называется «Великий инквизитор»? Что такое инквизиция? Инквизиция – это суд вот римский, которые у там папы, вот это верховная власть, у них была суд такой, инквизиция. Вообще просто инквизиция – это суд. А вот суд над еретиками, которые сжигали на костре, это инквизиция? Да, тоже. То есть инквизиция, она как и... то есть они как и осуждать могут, и как любой суд, они могут и вынести какой-то... как вот награду, да, вот они выносят, они, если вы нас слушаетесь, то вы будете вечно жить, они обещают, ну, ложно обещают. Вот, да, потому что Сергей Шенко нам пишет правильно, что это не инквизиция, это переводится как расследование, исследование, то есть великий исследователь, исследователь, может быть, здесь, можно сказать, человеческих душ, то есть вот он как бы розыск разыскивает, то есть как вот следователь. Следователь, да. Пытается, ну, докопаться, почему, до истины, почему. Ну, вернее, вот он сам оправдывает себя, то есть он.
Ну, нашел ложную истину. Ложную истину да, нашел. Да, и... ересь, как бы заблуждение. То, что грехи на себя может взять только Иисус Христос, а Он его отвергает. И, а мне как бы вот, конечно, запало это то, что целуют его. И Алеша целует старика, и Христос целует этого инквизитора. Молча причем. И мне это напоминает почему-то ассоциация с поцелуем Иуды. И Христос ему отвечает, целованием ли предаешь меня? А здесь наоборот, как бы Христос целует предателя, тоже как бы, ну, такое вот, интересное такое вот, подметил. По любви. Да, то есть он поцелуем, пока, здесь поцелуем показывается, тем не менее, любовь, даже ты меня предаешь, но я все равно желаю, чтобы ты покаялся, пришел к истине, я как бы вот до конца... Люблю тебя, как бы ты... Да, что ты имеешь возможность покаяться, пока еще живешь. Вот, а не как Иуда. Это. Ну, напоминание, да, об Иуде, что он на самом деле, этот инквизитор, он Иуда, оказывается. Он все знает о Христе, но он его предает. Но в отличие от Иуды, инквизитор еще может покаяться. Иуда-то самоубийство. Завершил свою жизнь. Тут о покаянии вообще нет речи. Тут этот инквизитор, он власть полюбил. Он сам себя считает властью над всеми людьми. Вот они мне целуют. Они тебя сейчас прославляют, но ты сейчас уйдешь, и они будут подчиняться мне. Они в моей власти. Он так и говорит же им. Ему, то есть. Но опять-таки, это все ложно. Как бы, ну, как ложно. Само собой, Рома, ты не читал вообще, и что-то больше всех говоришь. Вот это странно. Пусть говорит. О, Игнатий Тихонович тут появился. Сейчас мы его подключим. Так. Вот, слава тебе, Господи. Аллилуйя, вы с нами, да, пробились, а? А мы только что вот закончили чтение. А как раз у меня механики тут. Братья Карамазовы. Прости, брата, Господи, помог, да, слава тебе. Ну, вот сейчас как раз прочли, дочитали великого инквизитора из Достоевского, и вот сейчас идет бурное обсуждение, вот, очень активно Роман выступает, хотя ничего, говорит, не читал, вот, ну, мысли хорошие у людей. У вас микрофон, Игнатий Тихонович, не включили, включите. Я говорю, я надеюсь на Бориса Семеновича, он запишет, я у него оттуда скачаю. Ну вот. У меня мастера пришли, техники, потому что я не мог зайти в скайп. А утром мне, всю ночь никак у меня не ладится присоединиться к интернету. Так вот тут какую-то премудрость сделали на время. Так, ну что, час прошел у нас, хорошо, мы позанимались. Пожалуйста, у кого вопросы есть, может быть, по прочитанному, может быть,
Игнатия Тихоновича кто-то желает спросить. Там вот потом этот в конце-то Иван с ума сошел, да, Игнатий Тихонович? Да. Ему черт пришел, и он все равно как бы ну, остался при своем гордом мнении. Ему стал дьявол являться. И вот дьявол, который... И вот этот Лавров играл. Вообще. А это Ульянов играл. Митю. А теперь вот Ульянов сыграл этого антихриста. Хорошо, желательно, чтобы посмотрели все. Да. Я как раз сейчас вот читал и тоже представлял, как он просмотрел, как он читает. Очень, да, проникновенно. Не знаю, как у меня получилось, но я старался. Как если у кого-то в записи сохранилось, то интересно. Ты завтра придешь-то топить-то во сколько? Да я вот посоветоваться хотел. У меня с 9 до 12 работа. Либо до 9 приехать, первый раз затопить, а потом еще перед службой. Либо уж приехать к часу, как говорится, и топить там. Успею я. Надо еще с Володей посоветоваться, может быть. Не знаю, как. Лучше, брат, с утра затопи. О, тебя что, выписали, что ли? Да почему? Я сижу в палате, вас, ваше занятие слушаю. Наш гренадер голос подал. Тебя он с нами, я его увидела. А я думал, что может Игнатий Тихонович через твой компьютер зашел, да молчит. На лечёном коне далеко не уедешь. Вот. Но тут у нас второй Игнатий Лапкин в группе, я обнаружился. Ну давай, где он? Вызови меня. Да я его вышелкнул уже. Удалил я его. Где он? Я его удалил из группы. Как, где он? Почему? Всё. Не надо было. Надо было. Вдруг это проделки какой-нибудь опять будут пакости творить какие-нибудь. Было уже один раз такое. Какие-то тайные игрища. Главное, фотография ваша на фоне вот ваших дверей, которые сзади. Я не знаю, где он ее взял. Я же тебе сказал, я начну с ним говорить, и мы узнаем друг друга. Да. Так, Вячеславу говорю, у меня сделали все, я вышел. Приехал высокий мастер. Слава Христу. Слава Христу. Этот мастер постоянно в командировке вызывает там по этим же аппаратурам в Москву. Что, в Москве своих нет программистов? Я не пойму никак. Не знаю. Главное, программист и туда летает. И у нас юрист один тоже туда летает. А зачем летать? Программисты вообще могут все дистанционно делать. Что-то я не понял, что ты там сказал. Я говорю, программистам вообще никуда не надо летать. Они все могут на расстоянии делать. Подключился и делаешь. Нет, летает именно в командировку. Он, у него своя фирма. Я сразу, с чем это связано? Ну, вот недавно только он летал туда. На повышение, что ли, может, квалификации, не знаю. Вот врач у нас, он все время, года через два ездит там в Санкт-Петербург или где-то, идут уроки. Виктор Андреевич, его там кое-кто знает из наших. Ну еще. Тогда вопрос будет. Давай. А почему этот старик-инквизитор называет вот тех людей, которые... исправляют подвиг Христа и разрешают грешить вот людям несведущим, то есть которые в неведении находятся. Он говорит, что мы, вот эти сотни тысяч, будут только несчастными. Все вот эти в неведении люди будут находиться, они счастливые, а мы, говорит, будем несчастными. Это здорово. Это большой пророческий глаз. Как сейчас экономия придумали, а кривия слово не нравится, когда строгость, а им все разрешено. И поэтому вы строгих, ты набрал гордых, гордых, он ему говорит, набрал. Ну, спасли там 10 тысяч, а мы 100 миллионов спасли. То есть они позволили грех, и этим привлекли к себе людей, и все дозволили. А куда спасли-то? А там в конце написано, говорит, и после смерти обрящут лишь смерть. Там ничего нету. Вот это как раз сегодняшнее состояние церковное.
Но он пока за дело в Севилье было, у католиков, там кардинал. Но на самом-то деле это все наше. Вещь это жемчужина Достоевского. Да, он уже тогда подмечал это в священстве-то. Да. А вот вообще Кисляков-то, Спиридон-то, он все описал, как работал там в тюрьме, и один подошел исповедоваться-то. Я, говорит, не верю ни во что. Почему? Я на исповеди сказал священнику, что тут была какая-то организация там, но они тоже ничего не делали-то. Но я ничего не делал, просто несколько дней было. И он сразу выдал его по указу Петра Первого-то. Его сразу арестовали, лет 20 дали ему. Так что и советская власть пришла, и расстрелы, или Бутово, это все на месте стоит. У Бога все вымерено. Они, попы, быстро зарываются. Игнатий Тихонович, а почему они вдруг несчастны? Они же добились того, чего хотели, эти протоколы сиконских мудрецов. То есть все им поклоняются, все им открывают свои тайны, все им идут исповедуются. Почему? Потому что их совесть, наверное, тоже обличает, что они людей в ад-то толкают. Почему они несчастные? Они, по идее, должны быть счастливыми, раз они всех обманули, вокруг носа обвели-то. Мне нельзя на этот вопрос отвечать. Меня сразу обвинять начнут. Скажут, вот вы о себе хвалитесь. Но есть чем Павел, говорит, хвалящийся хвалить с Господом. Чего вы так боитесь-то? Потому что ничего у человека нечего сказать. Он говорит, я больше всех потрудился, больше в опасностях, больше. Сравнить себя с апостолами. Один мне дорога еще сбросил и говорит, я когда читаю, я больше ни о ком не думаю, только о вас. А мы в путешествии там на Лиссабоне уже путь держим. Так и здесь. Почему? Вот вопрос. Я не один раз рассказывал, что у меня в интернете Шолоховец Стручков Александр. Ну, мы познакомились здесь, скажут, в моем мире-то. Я гляжу, он там целую статью пишет. Я встретил человека, счастливее которого не встречал, профессор. Чуть подальше микрофон. Чуть подальше микрофон, держите. Подальше. Самый счастливый человек. Я говорю, тут сидят 5 генералов. Там мэр города, тот что-то генерал, прокурор края, генерал-лейтенант там. И они говорят, только о вас говорили, более счастливого человека мы не знаем. Почему? По какому критерию? Вы делаете то, что вам нравится, и делаете с полной самоотдачей. Вот это сейчас на меня Синицкий-то там навалился, а в этот ролик-то я кинул вам. И говорит, так и было бы, он продолжал хватать всех, но натолкнулся на меня. Но! И вот эта ночь сейчас его переворачивает со всех сторон, поджаривает. А я усилию о нем молитву, чтобы Господь привел его к покаянию. И этого безумия в судный день не помянул ему. Он не знал, что... Представь, 3 уже ролика поставил, да еще 33 заказных. Там целый коллектив большой работает, масоны. Меня масоны уже 3-й раз заказывают. То есть они несчастны могут быть от того, что они, желая людям зла, в ответ получают поцелуй. Молитву. Но не может быть счастья. Я спрошу. Мария Карелли написала роман «Печаль сатаны». Кто считал? Ее брокеру приписывают «Скорбь сатаны». А на самом деле это «Печаль сатаны» Мария Карелли. И перевод княгини Кропоткиной. Кто не считал, зарядите, не пожалеете. А там ответ на многие вопросы. Дьявол говорит, когда люди меня слушаются, это самое печальное для меня. Но когда они меня отвергают, не принимают, я имею возможность приблизиться к Богу хотя бы чуть-чуть. Вот мысль какая. Поэтому, доктор, я сатанист. Сатана ненавидит этих людей, которые его принимают. Терпеть не может. Он их убивает, топит, пережигает. А кто его отвергает, эти позволяют ему хотя бы чуть-чуть вспомнить то, что там было когда-то. Это хорошо написано в поэме «Демон» у Михаила Юрьевича Лермонтова. Когда этот ангел сошел, и он эту Тамару там утешает и поет. А тот-то, злой дух-то, снаружи, и он слышит его. Ангела-то пели когда-то вместе на небе «Свят, свят, свят». И ныне, и слеза, говорит, тяжелая катится, и ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. О, как написал. То есть он несчастный. Он вспомнил, что там было. Вот как-то есть у Жан-Поля Рихтера, а так, может, мало кто знает этого писателя, вот,
Это с французского перевод. Перевод, кажется, Чернышевского. И он об этом говорит. Вот старец подошел к окну, Новый год люди справляют, фейерверки там, все, радостные. А он один, один, его никто не видит, и он всю молодость проводит перед собой, и там не так, и тут не так. И он заплакал: «Боже, дай мне вернуться хоть на день туда, когда я мог по-другому с родителями обращаться, с товарищами, с друзьями, куда я попал?» И вдруг просыпается, что ничего этого не было. И он горько-горько плакал: «Господи, за что такая радость, что я-то еще живой? Ну, ему там лет 30, и я могу все поправить». Вот мне пишут иногда хорошие люди, все, ну, с родителями никак. Они там проклинают. Что делать? Жена говорит, и муж-то хороший. Я говорю, ничего не делай пока, до вечера. Когда придет, помолитесь. А я начинаю молиться сейчас же. И пусть он идет к родителям, упадет на колени и попросит мать, чтобы, как наша мама Мария Егоровна, положила руку на голову, руки, и помолилась о нем. Они с ним поступили крайне несправедливо. Но это ничего не значит в вопросе вечности. Иди к родителям, пойди. Их не будет, ты будешь горько-горько страдать. Я даю советы как будто для малодушных людей. На самом деле это люди подвига. Переломи это все. Все перемелится, мука будет из муки. Ну что, загорюнились? Давайте еще. Вот если русский философ-идеалист Соловьев Владимир Сергеевич, это сын историка Соловьева. У того я не знаю, история русской державы он писал. Это вот Костомаров, это вот они как раз вместе. И вот он писал, это теперь три разговора об Антихристе. Как он это, как ему это видится, Соловьеву? Сатана, Антихрист, ко всем будет подходить. Отдельная группа людей, которые придерживаются Андрея. Это православная. Другая группа придерживается Павла. Это протестанты. Иная группа придерживается Петра. Католики. И вот Сатана теперь обращается к католикам. Вот этот самый, как инквизитор-то. Что вам сделать, любезные мои? Он таким себя милостивым покажет, такой добрый. Ни одного правителя такого доброго не было до момента, пока не воцарится. 3,5 года он будет улещивать. И люди ни о чем не будут говорить, как только ты слышал, у Израиля-то там какой человек. Вот нам бы такого правителя-то. Но она что, всю страну разбазарила, и полунищие люди все сдирают и сдирают. И он ласковый и внимательный будет. А тогда показывает крайнюю жестокость, когда придет. И тогда настоящее его лицо будет явлено. Это Соловьев говорит об этом. Спросит католиков, чтобы вы меня приняли, что нужно? Они ему скажут, нам нужно вот то-то и то-то, чтобы Ватикан расширен был, папская власть такая, тиары, ну и прочее. Пожалуйста, я все вам даю. Но найдется маленькое число людей, которые скажут, мы бы тоже приняли, нам такой правитель нужен. Но скажите, что вы являетесь предтечей пришествия Иисуса Христа, который грядет на облаках. Вот этого я делать не могу. Также будет с православными небольшая группа останется, которая потребует, ну все, нам мощей надо, куча, ворох, надо там то другое, храмы, чтобы на каждые полметра 3 храма было. Ну все сделаю. И так же самое, примите. Признайтесь, объявите себя предтечей Христовым. Вот этого нет, не могу сделать. Я Бог. И сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Вот это тоже сильно написано. Это у меня материал был М1, М5, то есть масонство 1, масонство 5. Я 14 лет работал, но меня вот сейчас, вот это синицкий-то, масон-то, они ополчились-то, но на это основание есть. Потому что я большие материалы о них дал как-то. Протоколы сионских мудрецов издал. Притом полное толкование всех их. Тут понятно, что на евреи, его воцарят, они будут счастливы. Не забывайте, остаток спасется. Вот представь себе, кто-то имеет и одного сына, одного единородного. И он все для него делает. Все.
но веры в Бога у того нету. И вот он воцарится, и первую жертву, которую пожелает принести в жертву, это отца родного связать, заколоть и сжечь. Что отец в это время думает? Вот это будет с евреями, когда он воцарится и поднимет против них войну. Они тысячелетия грабили народы, что только не делали. Все золото мира к себе, все швейцарские банки. И вдруг он против них поднимет гонение. И они поймут, как они ошиблись. Вот это еще будет впереди. Я не знаю, кто может есть у нас, который слышит запах пороха, который уже земля начинает порохом пропах. Уже рядом близко, совсем да, близко. Да. Игнатий Тихонович, вот есть ролики появились в интернете про Джерада Кушнера, зять Трампа-то. А что вы думаете? Я не знаю, а что там такое он наделал? У него счастливое число 666, он самый дорогой. Вы ему скажите, чтобы он меня в друзья взял. Ну, немножко, миллионов 100 долларов. Как же я скажу? Да вы ролики откройте, зять Трампа, и все, и увидите сами. У меня стихотворение есть. Как вам это, легко ли жить вам, если про меня не знаете? Ну, найдите меня, я облегчу ваши страдания. Знакомство мое вызовет у вас улыбку. Ну, соберитесь вместе, миллионов 100 долларов дайте мне. И вы увидите, мы вам построим кое-что. Какая улица будет, сколько людей бы хотели, верующие, приехать, но никто строиться не может, ничего нету. Мы в течение одного года наполнили Потеряевку. Больше Корчины была бы. Но грошиков нету. Первым делом Игорю Барабашу новый, самый современный комбайн купить, а потом остальное. Учителям зарплату поднять раза в три. Школу новую построить. Ну, ему скажи, скорее дружите с этим человеком. Он вам на небо отправит все. Я тогда немножко остановлюсь, раз вы не хотите... Игнатий Тихонович, вопрос к вам. Почему вот западный мир так любит Достоевского? За что? За какие его слова? Конкретно или вообще в общем? Любит или не любит? Западный мир любит. Достоевского любит или не любит? Любит. Роман сказал, любит. Любит. Анатолий еще вас говорит. Я бы зубами эти все книги все изорвал в дребезги. Вот и все. Потому что он, возьми, вот когда принесли Владимиру Ильичу Ульянову на утверждение, какие памятники в каком городе ставят, он одобрил все, кроме одной кандидатуры. Знаете, какой? Там написали, какие писатели, там ученые, он памятники поставит, даже иуди памятник поставили в одном городе. А вот одного человека он вычеркнул, чтобы духа его не было. Какого? Писателя российского, русского. Неужели никто не знает? Ну, Достоевского, наверное. Лескова. Его как звать, величать? Кто знает? Николай Семенович. Правильно. Абсолютно правильно. Вот его Ленин страшно не любил. Почему? Потому что он все это уже в такой форме легкого юмора показал. Кувыртология возьмет, который посчитай. И все он евреев брал. И этого ему простить не могут. А кто написал 200 лет вместе с евреями? Чья это статья? Их Солженицыну отношение такое только из-за того, что он показал, какую роль играли евреи в уничтожении царской России и всех расстреливали где.
Френкель, откуда они пришли. Все подробно-подробно написал в архипелаге ГУЛАГ. И поэтому они его заочно сейчас клеймят и клеймят его мертвого. Ну что, замолчали-то, утихли все, упарились. Так, это, может кому-то задать вопрос, который ты нашел, нет? Убрал? Спаси Христос. Ну тогда все. Так, вопросов никаких нету? А то я отойду, у меня гость. Сейчас Рахиль что-то просила ее подсоединить. Может, у нее что-то есть вопрос. Секундочку. Вот она присоединилась. Как там Татьяна Кузьминична, Игнатий Тихонович? А что? Оля, что сказала-то? Как там Татьяна Кузьминична, выписалась? Нормально, выписали, все. Ну, слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Трудись, душа, для Бога. Ну что, отпустите меня, я отойду тогда от вас. А вы там считаете, что-то рассуждаете, я тут, ну раз зря сижу тут, зачем? Уже время 7:30, давайте помолимся, да, разойдемся, наверное, раз никого нет, ничего. А, ну все-таки, вот опять, то есть почему, вот великий инквизитор, вот это, то есть антихрист, да? Рома, хватит такать, давай помолимся, помолимся. Все, помолчи, молимся. А, блин, два слова связать не может. Достойно всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Помолитесь, Игнатий. Любящий наш Отец Небесный, мы умоляем Тебя, Господи, укрепи народ Твой, дабы никто не принял начертания зверя. И вы, святые мученики, столько претерпевшие, молите Бога о нас. Дал бы Господь крепость, силу, чтобы не отречься от слащайшего имени Иисуса Христа. Как угодно Тебе, Господи, ибо святые под жертвенником молятся, доколе не мстишь, Владыка, за кровь нашу. Научи нас ценить то, что оставили они для нас, и сохрани нас всех в святой православной вере. Будь милостив к нам, помилуй, Господи. И то сокровище, которое Ты даровал нам, труды святых отцов и каноны, научи нас свято соблюдать, благословляя Твое святое имя в тех, которые прошли впереди нас. Тебе, Боже, хвала и слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.